Итак, всех приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube-канал Paradigm. И мы, в общем-то, тут похожий Тачи Анбу вышел. Так, Хидан, Кисаме, Хашигаки, Самихада, Фьюжн Мод. Чё тут? Дейдара, это Тенсей, Хидан продолжают нам его давать. Ну, в принципе, ничего удивительного, нормальный себе ниндзя такой. Значит, что у нас? Кризис от машин. Опять полная хрень. Colorful Balance. По-моему, теперь его, короче, можно получать сюрикены, не выполняя эти задания. Ну, то есть ты их выполняешь, но не клеймишь. И таким образом можно без опыта использовать этот ивент. И это как бы неплохо. Так что этот ивент стал неплохим. Ну, в прошлый раз так было. Или я не помню, короче. Ну, вроде бы, короче, этот ивент стало возможно использовать, не получая опыта. Что очень хорошо. Lucky Board. Ну, прощай, чувак. Lucky Snatch. Lucky Board, короче, фигня. Но Lucky Snatch, Lucky Snatch, Lucky Snatch. Ну, говно. Ну, то есть, если вы Дейдару это Тенсея получите, да, хорошо, но... Чисто донатный такой ивент. Значит, Каноха Gift Shop. Смотрим, кто здесь. Rainbow Magatama. Вот, по 600 купонов будут продаваться. А я сегодня бесплатно получил. Charm Materials Pack. Обычный Special Charm Materials Pack. Не знаю, чем он отличается. Mount Miyabokus Gift. Это по 10 купонов они продаются, что нехорошо. Так что я не буду их покупать, естественно. Тем более, что я уже довольно... круто прокачал эту Miyabokus фигню. Special Seals Pack. Hakueda Tensei Fragment. Ну, фигня. Фигня. Hashirama Senju Skill Broky. Wood Style Great Rebreaker. Тоже фигня. Tabirama Genjutsu Infinite. Deluxe Charm Materials Pack. Это за 4000 можно много чармов получить. И Magatama Левел 5. Серьезно? А нафига их напрямую продают? Интересно, сколько они стоят. Вот нужно будет посмотреть, сколько они стоят. Я столько 4 уровня, то есть 3 Магатамы 4 уровня, это Магатама 5 уровня. Сколько стоит Магатама 5 уровня? Сколько я купонов сэкономил? Так, групповая покупка, ну это спендерский ивент, рандомли дроп всякие. Limited time recruitment. Так. А, это без... Это, короче, на 7 дней даются скроллы. То есть, это фигня. Это плохой ивент. Ну, то есть, видите, на 7 дней даются скроллы. То есть, если ты заролил, ты должен ролить больше и больше и больше. Кроме того, там меньше скроллов. Ну, я не знаю, я посмотрю. Может быть, я даже при нем заролю. То есть, смотря сколько там скроллов дается. Я не помню просто. Дело в том, что мне же все равно нужно ролить. Хотя нет, нет, нет. Те же скроллы, они даются навсегда, и можно их в других ивентах использовать. А здесь эти скроллы, короче, нельзя будет использовать в ивентах. Хотя если 300 заролить, больше 300, то... Но все равно как-то не нравится мне этот ивент. К тому же я могу потерпеть. В общем, будем ждать... Еще месяц, пока будет ребейт на BNV Treasure. Time Limited Charm Rebate. О, Charm Rebate это хорошо. Именно вот Charm Rebate это хорошо. И самое главное, что Charm Rebate есть, а Refine Rebate нету. Потому что он вот сейчас был. То есть это у нас вместо Refine Rebate вот эта вот фигня была. Я действительно им воспользовался. Так что такие вот дела. Я правильно поступил, потому что все равно у нас не будет возможности рефайны прокачать. Не будет возможности рефайны прокачать. Значит, Time Limited Charm Rebate, это отлично. Отлично, несомненно, у меня там по 50 чармов каждого типа есть. Activity Lucky Bag тоже халявный ивент, правда он глючит часто. Значит, Monthly Events Updated. Это, короче, у нас закончатся монтли ивенты, и если мы какие-то поинты не потратили, то все хана.
New Packs are available. Так, Monthly Gift Box. Это чтобы эти поинты получать. Deluxe, невыгодный, кстати. Deluxe Charm Materials Pack. 4000 купонов, и как бы... По-моему, он уже был там у нас, в Konoha's Gift Shop'е продавался. И Special Charm Materials Pack, это... А что за Special Charm Materials Pack? Чего он там дает? Deluxe-то я знаю. A new ninja added in the reward. January... Daily Sin-Gin? Itachi Uchiha Anbu? Слушайте, нам Itachi Anbu дают за следующий месяц, за посещение. Это очень офигенно, потому что это как бы ниндзя, который за купоны дается. То есть у нас как в Германии, действительно, вот это вот хорошо, вот это вот подарок, действительно. Так что, как бы, я доволен ивентами. Я доволен в этот раз ивентами, тупо из-за Itachi Anbu. И то есть прошлая неделя была, ну не ахти, она слишком запутанная и так далее. И то есть меня много затралили, а вот эта неделя мне нравится, особенно будущий месяц. То есть, учитывая, что нам сейчас Саски грёбаного давали, тупо, кому он нафиг нужен, все уже его и прокачали, и скиллброкинили, и так далее, то в следующем месяце действительно годный ниндзя будет даваться. The New Year Gift Pack will be sent on January 1. Please don't forget to login and extract them. То есть, нам еще и дадут какой-то пак. Интересно. То есть, мы должны залогиниться 1 января. И будет норм все. Так, кости типа исчезают. This look interesting. Oh, wait. Free Anbu Itachi? Да, прикольно. First. Так что Itachi будет у всех. Нормальный Anbu. Конечно, Сусана покруче будет, но все же норм. I'm still waiting breakthrough for Gaara and Sage Naruto. Ну, конечно, жди, блин. Нам до сих пор Тенда не дали бесплатного. Чё ж ты хочешь вообще с остальным делом? Anbu Itachi! И смотрите, какая аватарка. Аватарка говорит сама за себя. Вот он, видите, вот такой вот Itachi нам будет бесплатным даваться. Если, естественно, ты будешь посещать каждый день игру. Thank you, Oasis, Itachi for free. Yes, Lord, Anbu Itachi. Why can't I see pictures? Anbu Itachi! Я Itachi Anbu люблю. Мэх Itachi Anbu. There is no refine rebate. А вообще-то сегодня refine rebate. Типа. Now I'm complete. Anbu Itachi free. Thanks, Oasis. Вот хорошо, что я, видите, потратил свои refine руны. How do you guys know it's Anbu Itachi? I mean, where it's written? Где это написано? Ну, там написано. I can see only New Year's gift. Nevermore. I see now. Он за это, за посещение. Nevermore. I see now he's for January as Sinin. I'm blind. А, да, он, я слепой, говорит. Itachi Uchiha Anbu, that's so good. Oh, they heard. Give... Наконец-то они услышали нас и дали нам, типа, Anbu Itachi 3 звезды. Ура! Nothing special for New Year's is accepted. I'm still waiting for a decent recharge rebate. Over 1 month. Он, короче, речарджер и хочет речаржить. А, по-моему, дают вам нормальные ивенты для речарджинга. Вот эта неделя просто для речарджеров офигенная была. No refining rebate. Просто нужно думать нестандартно. Я вот в этих ивентах тоже что-то смог получить. Почему ты не можешь? Itachi, guess it was worth it coming back to play after all. Anbu Itachi, but it is it 5 stars? Короче, он хочет Itachi Anbu, который за купоны продается. 5 звезд себе сразу получить. Ты чё, идиот вообще? Чувак, это ж ниндзя донатный. Скажи спасибо, что тебе вообще его дают.
пусть даже и не такой дорогой, но все-таки он донатный, он будет тачи. No refine rebate. I guess not. Да, сейчас был refine rebate. Вот это вот последний день ивента, это был refine rebate. No refine rebate for they have the rebate today. Да. Limited refinement is not present later. Maybe next week I guess who got Shisui the real lucky ones. Ну типа да. Я вот, кстати, 600 купонов заролил себе в рулетку и типа не получил Шисуи. Так что и еще дракону 200 купонов заролил в рулетку. Так что Шисуи, это нужно быть очень счастливым, чтобы удачливым, чтобы его получить. No made set, no refining rebate, free and boy touch, bad cow not adding refinement rebate. Give a charm rebate and this will be a truly wonderful way to end the year. Да. Aside for that, Unbuy Touchy hype. Unbuy Touchy is coming to town. And feel exited New Year's pack. Интересно, что в New Year's pack. No, it's only 8 fragments. Ну блин, я догадался, что... 80 фрагментов, блин, вообще обнаглевший. Я думаю, этот модератор, он охреневает. То есть, какие... Им всего мало, блин, чуваки. Вы должны радоваться. Конечно, плохо, что сегодня ивенты были плохие, но хорошо, что хотя бы они в будущем будут хорошие. Ну, мне, в общем-то, ивенты понравились. Ничего такого сверхъестественного, но лучше, чем прошлая неделя. А на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.